В огонь и кровь заката жаркого, за шагом шаг мы на запад идем. Все дальше город наш задумчивыми парками. А ты, любовь моя, все ближе с каждым днем. Редеет взвод, чадят пожарища, а я вернусь невредим из огня. А если слягу здесь, придут мои товарищи, ты среди них опять найди себе меня. Расположение полка такое. Здесь озеро. Справа третий батальон, левее первый. Ясно? Ясно. А здесь? Тут немцы. Беженец. Из эвакуации вернулась. Ха, стерва! Осень давно. Вся птица на юг подалась. А это? Что юг, что север, везде война. В батальоны и к артиллеристам протянуть связь. Приказ 01-го. Срок 24 часа. Не управимся. Сам знаю. В полк прибыло пополнение. 3 человек обещают. Мало. Я отберу народ покрепче. Из колхозничков берите. Мускулы щупайте. Не учи ученого. А ты чего ищешь? Кого надо? Право не знаю. Очевидно, старшину Капуру. Не Капуру, а Качуру. Я старшина Качура. Тут так написано. Извините. Что? Ты есть пополнение? Вместо 3 тебя? Не знаю. Возможно. А что я говорил? Намеки не провели. Разрешите представиться. Рядовой Данилин. Володя. Постой, постой. Годен к нестроеву. А на что ты годен? На боже, что нам не гоже. Кем был на гражданке? Простить, не понял. По-русски не понимаешь. Фомин, объясни. Слушай, ты... Ты брось придуриваться. Говори, что умеешь делать, а? Я музыкой занимался. На гармошке, что ли? По классу виолончели. О, хлебнем щей. За образцовое выполнение задания командования, за мужество и отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками, старшина разведвзвода 346-го полка 192-й мотострелковой дивизии Королева награждается орденом славы 3-й степени. От имени командования поздравляю.
Служу Советскому Союзу. Воздух! Воздух! Ложись! Ложись! Кто это Тухарь, что поставлял себя под пули? Ну-ка, позвать его ко мне. Есть. Здравствуйте. Новенький? Да. Не да, так точно. Так точно. Извините, пожалуйста. Почему не залег по команде «Воздух»? Я смотрел на девушку, а она стояла. Загляделся, значит? Без головы хочешь остаться? Не залечь по команде «Воздух» есть нарушение воинской дисциплины. Или умышленное желание выбыть из строя. А это знаешь, чем пахнет? Догадываюсь. Ей я на этот раз прощаю за заслуги перед Родиной. Но в дальнейшем будем строжайше наказывать. Безрассудство и ухорство нам ни к чему. Нам живыми до Берлина дойти надо, понял? А вообще, что за выправка? Как ты стоишь перед командиром? При встречах со старшими по званию не говорят «здравствуйте» или «до свидания». А здравия желаю и так далее. Ясно? Ясно. Да не ясно, а так точно. Так точно, товарищ полковник. Можете идти. До свидания. На довольствие еще не стал, а уже опозорил взвод. Ебись. Здрасте. Дай старуху. Ну, куда его девать? Садись. Домой, к маме. А Родину кто будет защищать? Может, в штаб захотел? В писаря? Нет. Не для того я на фронт просился. Да, ты навоюешь. Ну, что с тобой делать? Не знаю. Вы старше по званию, вы и решайте. Разговорчики! Силен мужик. Не определить ли его в ездовые? К бесу. А что, дело не хитрое. Знай, погоняй. Точно! Прошу. Это дети скажут. Животным надо... Ну, даже его послали, его же забьет кожу. Характер вот есть у тебя, у людей. Растяпа. Приведите ему коня, Фомин. Вот Палван сейчас покажет, как надо бросать лошадей. Он знал. Покататься. Что там? Чего испугался? Коник, Васька. Он говорит, ну, пожалуйста, да не получится. Держи его, держи его. Черт. Тише, тише, тише. Нащи его себя. Здоровый. Черт. Не подходи, не подходи к нему. Смотри и запоминай. За тебя больше запрягать не будут. Куда? Куда? Вперед! Вперед, тебе говорят! Ну, гад! Распрягай! Тебе говорят. Нашли забаву. Тяжело запрягать, легко ездить. Ну ему это Васька накинул седло. Ну теперь подтягивай по трубу. А он первый раз видит.
запрягай. Здравия желаю, товарищ старшина. Гляди, Королёва опять ведет. Фройлен, haben Sie Feuer? Фройлен не курит. Всего два письма получили. Развлекаетесь. Делать больше нечего. А ты? Горе луковое. Да дал бы в зубы разок. Ой, как страшно-то, ой. Ты как стоишь? Ой, глазки строишь? Где старшина? Ну, ладно. Тебя как зовут? Володя. Ну вот что, Володя. Не будь ты... Ну, короче, не поддавайся ты этим. А если что, мне скажи. Понял? Я их быстро в православную веру приведу. Не балуй! Не балуй, кому говорят! Я тебя составлю! Разъелся на казенных харчах. Погибели на тебя нет. Зверь, я тебя запрягу. Все равно запрягу. Посмотрим, кто кого. Запрягай! Самохин! Я! Данилин! Данилин! А где новенький? Товарищ старшина, рядовой Данилин освоил вверенное имущество. С легким паром, товарищ старшина. Тетерин, дай ему новое мундирование. Слушаюсь. Слышь, Валак, а ты хоть разок-то брился? Ну, чего ты молчишь? Я же не обижаю. Констатирую факт. Констатирую, Бизен. Ну, а я как говорю? Силен мужик. А я думал, ты мой земляк, москвич. Нет. Нет? Нет. У нас городишко маленький. Ага. Одна улица, остальное переулки. Ну, да. Зато зелени, как в парке. Провинция. А я собирался в Москву, в консерваторию. Там театр, филармония, зал Чайковского. Ну, чего-чего, этого добра у нас навалом. А вот стадион «Динамо», слыхал? Вот это вот законно. Особенно, когда «Спартак» играет. Внимание, внимание, наш микрофон установлен на стадионе «Динамо». Сегодня играет «Спартак». Вот Степанов проходит по краю, навешивает на ворота, удар. Ай-я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 й.
вел передачу Вадим Синявский. Из школы убегал, исключить хотели. Ох, и драл меня батя за это. До сих пор чешется. Тебя отсекли? Никогда. Даже не понимаю. А, интеллигенция. А зря. Совсем зря. А твой батя где работает? В часовой мастерской. Ну да. Лудим, паяем, горшки обжигаем. Часовых дел мастер. Нет его. В мае похоронную получить. Я сразу в военкомат пошел. Что, добровольцем, что ли? Слушай, а как же тебя взяли-то? Я очки выбросил перед военкоматом. Ну? Ну, врачи вернули домой. А я еще два раза ходил. Зачислили. Не строевые. Силен мужик. За что наградили? А кто его знает? Повоюешь с моей, и ты получишь. Держи! Осаживай! Так, больше! Командую! Понес, не остановишь! Костей не соберем! Прыгай! Прыгай, Володька! Разнесет! Все, пиши похоронку. Да не тушуйся, казак. Может, иной к добру. Избавились от сатаны. Он бы тебя угробил. А так взятки гладки. Да не довез ты меня, Вова. Придется пешком топать. Приказ надо выполнять. А я? А ты бери оглобли. Потихоньку, полегоньку довезешь. Не оставлять же казенное имущество. Только гляди, не распрягайся. Да, старшине скажи, шальной снаряд угодил. Я свидетель. Но это же неправда. Чего? В общем, короче, чтобы к утру конь был здесь. А где я возьму? Хоть из-под земли. Купи, укради, сам роди. Но чтоб конь был. Сказывают, у немцев за озером ночью конь пасутся. Разговорчики. Значит, заруби на носу. Одно из двух. Или представишь коня, или одно из двух. Старшина. ЧП переключился, товарищ старшина. Докладывай. Новенький с пополнения пропал. Куда? Легли спать, он с нами. Ну? Ночью проснулся я, а его нет. На вещмешке письмо лежит. Вот. Обыскали кругом? Ребята ищут, а я к вам. Думал 01-му сообщить, потом решил лучше вам. Правильно. И там его нет. Данилиной Марии Ивановне. Улица... Да матери, это точно. Напугали парнишку. Руки на себя наложил. Думаешь? Зеленый ведь не обстрелянный. Не понял он вашей шутки, товарищ старшина. Читай вслух. Дорогая мамочка. Дорогая мамочка. Сегодня я ухожу
на первое боевое задание. Очень ответственное. О, черт, от души отлегло. Читай дальше. Ночью отправляюсь в тыл к врагу. В тыл к врагу? В тыл? А кто его посылал? А за конем? Вы же наказывали. Не добудешь коня под трибунал? Он что, дурачок совсем? А видать, привык верить сказанному. Поди, шлепнули его уже. А еще хуже, живьем взяли. Чуяло мое сердце. На погибель мою всучили этого музыканта. Я в штрафной загремлю. Это как пить дать, а? Zurück! Verschwinde schon! В нашу сторону плывут двое! Противник обстреливает их! Есть прикрыть! Батарея! Прицел 4.32! Огонь! Володька. Он. Мать честная. И лошадь гонит. Ошалел парень. Силен, мужик. Не булькай. Отличился, герой. Весь полк из-за тебя всю ночь. Вы же велели. Молчать. Я из тебя выбью всю дурь. Одно из двух. Или ты станешь солдатом,
Или одно из двух. Хоть бы коня привел. А это что? Дуля с маком. Возьми глаза в руки, посмотри, кого ты привел. Лучше выбрать не мог. Другие лошади убежали, а этот остался. Этот? Такой не то, что не убежит, не уползет. То ж инвалид, подбитый. Немцы, небось, не нарадуются, что избавились. Пулю на него пожалели. Ну что ж, придется нам израсходовать. Не дам, ни за что. Молчать! Кончай базар. Видали? Психа. А то ведь он, та старшина, вас и укусить может. Слышите? Зубами клацает. Псих. Виолончель. Тебе лечиться надо. Вот. Себя полечит и коня заодно. Другого у нас все равно нет. Конь-то немецкий, по-нашему него не кумекает. Шпрехен зе дойч? Хальт! Хэнду хох! Зараза, понимает. А как звать его? Ты у немцев не спросил? Ну, за этим дело не станет. Иди-ка сюда. Иди. Как по-немецки конь-то будет? Даст Пферд. Чего? Пферд. По-нашему не выговоришь. Федя. Федя. Вот это законно. Федя! Федя! Сержант, Самохину письмо. Не шкни ты, людей разбудишь. Пиши, Володя. Во первых строках моего письма. Кланяюсь жене Марье Федоровне. Ребятишкам Николаю, Ольге, Евдокии, Шурке. А пятого запамятовал. Без меня родился, без меня крестили. Гришаня. С фронтовым приветом к вам, отец ваш Самохин Иван Павлович. Письмо ваш получил, где отписали, что трудно будет прохарчиться зиму. Хлебушком туго. Картошки до весны не хватит. Пиши, чего задумался, пиши.
Читай, Володя. Что получилось? Здравствуйте, дорогие мои. Из населенного пункта Н, взятого штурмом, посылаю вам свой привет. Я знаю, Мария, как трудно вам живется. И всей душой хотел бы вам помочь. Но идет война, и я нужен здесь. Все мои мысли о тебе и детях. Вы всегда в моем сердце. Уже третий год, как мы в разлуке. Но я не забываю твое лицо, твои глаза, твои натруженные, но самые дорогие на свете руки. Черт! Бабу слезу прошибет. Здравствуй, Володя. Здравствуйте. Вчера за языком ходили и захватили трофей. Лена Королева говорит, Володе дадим. Вот тебе. Спасибо. Федька, гуляй. Володя, сыграй что-нибудь грузинское. Попробую. Володя, послушай, ты играть умеешь? А что я делаю? Ну, давай. Играй. Сыграй нормально, понимаешь? Обожди минуточку. Дан-дан-да-ра-дан-да. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Понятно? Давай. Та-ра-дан-дан-да-ра-да-ра. Та-ра-ра-ра-ри-дан-да-дан-да-ра-дан-да. Давай, 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 хорошо! Сцене. Цирковой. Клянусь мамой. Thank you.
Горе луковое. Кончай барабанить, входи. Товарищ старшина, по вашему приказанию явился. Явился, не запылился. Отвернись. Не видишь, переодеваюсь. Пожалуйста. Только я все равно ничего не вижу. Особенно при таком свете. Знаем мы вас. Старшине своему доложил? Его в полк вызвали. Я не стал дожидаться. Еще раз думаете, другого связиста возьмете. Вздует тебя, старшина. Ну ладно. Вернемся, доложу сама. Ну повернись ты. Лена, я так рад, что вы берете меня с собой. Погоди радоваться. Вот вернемся назад живыми. Вернемся. А почему же нам не вернуться? Эх, Вовка, Вовка. Не твое это дело, война. Дитя ты, святая простота. Странно вы рассуждаете. А притом на задание берете именно меня. А кого ж еще? Проторчим сутки, а может больше. Вдвоем. Понял? Из всей вашей братьи ты самый свойский. Ну, как тебе сказать? Вроде брата. Лена, если кто-нибудь посмеет вас обидеть, я... Защитничек нашелся. Шевеливайся, не отставай. Вон уже и танк. По-пластунски. Греем, чтоб не озябли на русском морозе. Катюшами? Посмотришь. Отсюда все будет видно. Ты что, в цирк пришел? Отдыхай. Со связью порядок? Так точно. А это что? Может, здесь секретные документы. Дамское белье. Вот барахольщики. Прекрати! Тихо! Не маскируешь? Подходят. Лена, я вас вижу абсолютно отчетливо. Как для меня заказаны. Ты что, их носить будешь? Нелепый вид, да?
Я до войны, знаешь, как сладкое любила. А вкусно, наверное. Не отравлено. Вот чудак человек. Наслушался сказок. Чижик, Чижик, я Ласточка. Доложите обстановку. Нормально. Координаты? Засекла. Ждите приказания. Есть ждать приказания. Отдыхай. На вот, пожуй. Мерзнешь? Чуточку. Иди ко мне, погрею. Как? Чудак. Прижмешься, теплее обоим будет. А вы не обидитесь? Горе луковое. Вот так. Володя, ты любил кого-нибудь? Нет. А вы? Эх, Вовка, Вовка, что ж так ни разу не влюбился? Сколько тебе лет? 18. Малыш, совсем мальчишка. Мой папа женился в 17. Спи. Спи давай, мужчина. Лена, в меня вряд ли можно влюбиться. Почему? Ну, девушкам нравятся другие. Не такие, как я. Спи. Добрый ты, а это главное. Тебя еще будут любить, и даже очень. Но это вы преувеличиваете. Может быть. Я Ласточка, я Ласточка. Заря. Есть. Ползи за мной. Лена, Лена, что с вами? Thank you.
Я Ласточка. Отвечай. Чижик, слушай! Мать твою за ногу! Почему прервал связь? Алло! Куда пропал? Алло! Отвечай! Я Ласточка! Алло! Прошу вас, не надо ругаться! Старшина Королева ранена! Что ты прикажешь? Слепую болеть, что ли? Я... Алло! Попробую сам, если вы разрешите. Куда пропал? Алло, я Ласточка, отвечаю, алло, алло! Теперь вижу! Ласточка. Дайте залп, я проверю! Нет, не туда! Пожалуйста, если можно, правее. Сколько правее? Ну, как вам сказать, метров 100. Нет, 200. 100 или 200? 300, пожалуй, 300. Попали! Честное слово, попали! Девятый слушает. В чем? Ну, очки такие, которые не за ушами держатся, а за нос цепляются. Ах, за нос. Понятно. 01-й весь полк велел обшарить. Лену Королеву ранило. Ее вытащил какой-то солдат. Какой, не знаем. Известно одно. Был в пенсне. Слушай, 15-й. А ты с утра чужие 100 грамм не перехватил? Звони. Прямо в Москву звони. Там в пенсне ходит. Где пропадал? Чего молчишь? Старшина Королева. Корректировку у нее спросите. Старшину Королеву в госпиталь везли. Ты мне баки не забивай. В самоволку ходил. А шинелка где? И шинелку потерял. Суду все ясно. Самохин, дай ему 100 грамм спирта, чтоб не загнулся до поры. И под арест. Погреешь маленько. По уставу не положено. Ты же не скажешь. Ну, если вы очень замерзли, проходите, пожалуйста. Гостем будете. Спасибо, арестантик. Угощайтесь, Иван Павлович. Хлеб да вода – наша еда. Моим бы ребятишкам его. А что из дома пишут? Что пишут? Как до весны дотянут, ума не приложу. Федя! Феденька! Взять коня! Запрягайте! Срочно доставить кабель в мехбригаду. Приказ 01-го. Легко сказать. Его еще поймать надо. Тетерин! Тетерин, наступай! Наступай! Энергичнее! Ну, не стреляй! Так, заходить с фланга. Заходить с фланга. Окружать! Окружать надо! Да нет, без заботы коня не поймать! Ничего, мы сами с усами.
Прекрати музыку! Милый, ты что? Видел? Лаской. Стоять! Растяпы! Не могут коня поймать. А что вы вообще умеете делать? Привыкли у старшины за спиной? Разговорчики! Нагорит нам от 01-го. Без коня приказ не выполнить. Выпускай музыканта, черт с ним. Приказ надо выполнять. Слушаю. Порядочек. Следующим номером рядовой Данилин и Федя. Сатирическое представление «Дранк нах Остен». Сидите, сидите, товарищ. Продолжайте, продолжайте. Ну-ка, Федя, покажи, как Гитлер шел на Москву. Я же говорил, это не конь, а золото. Покажи, как Гитлер бежал от Москвы. Чей солдат? Мой. Хорош. Где такого коня взяли? У противника отбили. Специальный рейд совершили в тыл врага. Кто? Он. Данилин, товарищ генерал. Данилину письмо. Давай сюда. От матери него. От Королевой Лены. Ух ты. Смотри, не забыла. Она в госпитале в Москве, на Пироговке. А, это же рядом со мной. Да не болтай ты, дай послушать. Напишу мамаше, что зашла в госпиталь, проведала. Читай, Володь, читай. Вам всем привет, ребята. И вам, товарищ старшина. Вот везет человек. Вся дивизия по ней помирала, а письма получает один он. У него котелок варит, не как у тебя. Ветер в голове. Мое село еще не освободили. И семья там?
жена и дочурка. Еще года не было, когда уходил. Сразу одеколон куда? Вовнутрь. Ты знаешь, лучше всякую лекарство. Фронтовой привет отдыхающим. Вот с этих пор... Здорово, земляч. А? Нет, не даю. Да и пациентки, я не верю, да? Ты знаешь, я одеколон. Ну, я им, конечно. Садись. Не заругают? На последний. Ну-ка, дай на тебя поглядеть, ты болезный. Изменений нету. Каких? Может, близорукость пропала. Стал лучше видеть. От контузии такое бывает. Обратные действия. На пользу. Вот один у нас получил по кумполу и поумнел после. На сержантские курсы послали. О, богат живете. Беломоры курим. Не знаешь, служба, как там третьего дня обошлось. Меня вначале поцарапало. Ты же самого главного не видел? Он танками до штаб прорвался. Ну, нас всех подчистую в бой побросали. И хозвод, и писарей, и поваров. Сам генерал с автоматом бегал. Мужик здоровый, в окопе не умещается. К вечеру остановили, ни один не прошел. Да, ну, от нашего полка половина осталась. А сам-то? Что сам-то? Я воробей стреляный. Танк большой, а я маленький. В него-то попасть легче. Ну, как ты? В норме? Поправляюсь. Голова только немножко побаливает. Да ты что? Меня под Харьковом так оглушило, до сих пор подмигиваю. Раньше никак остановиться не мог. А теперь только в нужных случаях. А вот... И Лене Королёвой ты тогда не нарочно подмигнул. А ты думал? Начальство хоть на глаза не показывайся. Значит, первый наказ я выполнил, развеселил тебя. Ну, а теперь спрашивай. Отвечать буду. Павлик, а как там? Кто? Федя? Кум королю сено жует, хвостом помахивает. В обид не даем. Только не весел он без тебя. Скучно, говорит, без Володи. И во взводе как-то пусто стало, неуютно. Ты давай, Вовка. Вертайся скорее. Мать честная, чуть не забыл. Тут же ребят тебе гостиниц прислали. Во! Так я ж не пью. И правильно делаешь. А ну, славяне, кто со мной за компанию? Да что там, пей сам. Самому-то не хватит. Пасашок на дорожку. Ну, тогда будем живы, не помрем. Закусить не найдется? А это что, случайно не снотворное? Полный порядок. Ничего, а?
Федя! Федя! Феденька! Дорогой мой! Здравствуй, Федька! Ну, чего ты боишься? Это ж я, Володя, вернулся. Федя, знаешь, как я скучал без тебя? Ты тоже? Оба соскучились. Дружок мой, узнал, не забыл меня, маленький. Теперь мы с тобой вместе будем. Больше не расстанемся. Я тебе сахар принес. На. Иван Павлович. Эш ты. Прибежал, значит. Видал? О, смотри, гостинцы. Ну, ребята, что значит наш человек? Да неплохо, в гости. Смотри, печенье. Пиломор. Нет, это для Пашки. Нет больше Пашки. Позавчера. Задание командования за мужество и отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками, рядовой взвода связи 346-го полка 192-й мотострелковой дивизии Данилин награждается медалью за боевые заслуги. От имени командования поздравляю. Служу Советскому Союзу. Доктор? Фельдшер, но любого доктора за пояс заткнет. Здравия желаю. А где мой пациент? Это мы мигом. Доктор. Большая надежда на вас. Ох, хороший конь. И кровей отличных. Цирковая, говорите? Ах ты мой голубчик. И что ж с тобой стряслось-то, а? А ну, поворотись-ка, сынку. Так, тендеритис отсутствует, хорошо. Так. А ну-ка, откроем ротик, покажем зубки. Позвольте, а что с глазами? Слепой конь, абсолютно слеп. Доктор, может, это ошибка? К сожалению, точно. Можете списывать в расход. Что? Такого коня убивать? А что поделаешь? Слепой конь на войне бесполезен. Больше того, опасен для жизни ездового. Выход один, к сожалению, в расход. Вот так, Владимир. Полк уходит. Пошли. Война есть война.
огонь и кровь. Заката жаркого за шагом шаг мы на запад идем. Все дальше город наш задумчивыми парками. А ты, любовь моя, все ближе с каждым днем. Редеет взвод, чадят пожарища, а я вернусь невредим из огня. А если слягу здесь, придут мои товарищи. Ты среди них опять найди себе меня.